Сегодня праздник отмечают те, кто решает задачи государственной безопасности. В честь дня ФСБ в торжествах в Казани участие принял президент республики Рустам Миниханов. Он вручил госнаграды. Орден за заслуги перед Республикой Татарстан получил первый заместитель начальника управления Динар Хамитов. За последние два года сотрудники республиканского управления ФСБ России предотвратили деятельность 6 радикальных экстремистских групп. Впереди у нас также очень важные мероприятия. Предстоящая универсиада потребует мобилизации имеющихся сил и возможностей, четких и профессиональных действий всех силовых структур. Обеспечение безопасности проведения игр – наша приоритетная задача. Гарантия успеха – ваше мужество, выдержка, преданность своему делу. Мы возлагаем большие надежды на работу спецслужб.